Поздравления с Днем медицинского работника принимали не только профессионалы своего дела с большим стажем работы, но и те, кто только начинает свой путь в медицине. Когда началась пандемия, были развернуты инфекционные госпитали, не хватало персонала. На помощь врачам пришли волонтеры-медики, студенты старших курсов медицинского университета и колледжа. Они точно так же, как и старшие коллеги, стояли и стоят по сей день на передовой борьбе с опасной инфекцией. Медиахолдинг «Тверской проспект» совместно с партнерами поздравляет всех волонтеров-медиков в лице будущего педиатра Марты Яронаковой. Люди в белых халатах, врачам, медицинским сестрам, работникам скорой помощи, журналисты нашего телеканала посвятили не один сюжет. Не раз достоянием общественности становились истории спасения людей. Благодаря людям в белых халатах у нас есть новости, которые трогают до глубины души. Медиахолдинг «Тверской проспект» всегда с большим уважением относится к медицинским работникам. Безусловно, уважение достойны настоящие профессионалы своего дела. Но удивляют и молодые специалисты. То, что молодежь в Твери не боится сложностей, лишений и готова нести ответственность наравне со старшими коллегами, доказывает и история студентки-медика с редким именем Марта. Девушка успешно совмещала учебу и работу в реанимации детской областной больницы. Но жизнь внесла свои коррективы, началась пандемия. Пятикурсница приняла решение перевестись в инфекционный госпиталь при ДОКБ. Конечно, признается будущий педиатр, без сложностей не обошлось. Родные вначале отговаривали. Но Марта решила, люди-пациенты нуждаются в людях-врачах, а значит, надо идти. Первые там, неделю, наверное, было полное непонимание, зачем это нужно, потому что, ну, вроде как есть и учеба, и работа, зачем еще что-то нагружать на себя. А потом, видя и репортажи по телевидению, и слушая какие-то мои истории, поняли, что по-другому было никак. Со временем родители поняли и приняли решение Марты, но вот с друзьями случались недопонимания. Конечно, делится студентка, сейчас об этом вспоминать можно с улыбкой, но год назад все же было несколько обидно. Сложности с принятием тебя, того, что ты работаешь в госпитале, другими людьми. То есть, действительно, первая волна и начало второй были ситуации, когда встречаешься с каким-то старым знакомым, у тебя с ним общаться, он узнает, что ты работаешь в ковидном госпитале, отбегает на тебя на 5 метров. Будущий педиатр призналась, что в красной зоне произошло не только ее профессиональное становление. В такой напряженной атмосфере пробудились все человеческие чувства. Сострадание, терпение, понимание. Изменилось отношение к жизни, к людям. Когда ты принимаешь пациента, я работала в приемном отделении, и он приезжает, ну вот, нехорошо ему, понимаешь. Да, мы делаем медикаментозное какое-то лечение и обследование, но в первую очередь это разговоры, успокаиваешь его, утешаешь, может быть, где-то приобнимешь, где-то еще что-то. Да, между вами этот костюм, эти маски, но все равно ты видишь человека, и он видит в тебе человека. Работая в госпитале, студентка убедилась в правильности выбора профессии. В дальнейшем планирует стать детским онкологом, остаться в родной Твери. А молодые специалисты нужны региону. Медиахолдинг «Тверской проспект» и партнеры в канун профессионального праздника желают будущему доктору больших свершений на жизненном пути. Салон «Агент цветов» поздравляет всех медиков с профессиональным праздником, желает самое главное – долголетия, здоровья, процветания и всегда хорошего настроения. Оригинальный стильный букет – самый лучший подарок для представительниц прекрасного пола. Уверена, арт-директор салона «Агент цветов» и специально для Марты приготовила композицию из роз в нежных тонах. Марта, разрешите от медиахолдинга «Тверской проспект» поздравить вас с наступающим праздником и днем медицинского работника. Хочется этим букетом цветов пожелать вам только здоровья и, конечно же, самого всего самого лучшего и хорошего. Каждая девушка всегда хочет выглядеть принцессой, всегда и везде, и на работе, и дома. Салон «Агент красоты» точно знает, что нужно женщине. Какой маникюр сделать под настроение, какая прическа к лицу, подскажут опытные мастера. А потому салон приготовил для героини очень полезный подарок. Салон «Агент красоты» присоединяется к поздравлениям медиахолдинга «Тверской проспект» и желает медикам здоровья и благополучия. И здорово, что в этой профессии есть молодые специалисты, за которыми будущее. Молодому доктору от салона «Агент красоты» дарим подарочные сертификаты на любую нашу услугу и от Центра здоровья «Тайдэй». Настоящий тайский массаж поможет расслабиться в выходной день, взбодриться не только телом, но и душой. Впрочем, на красоту внешнюю зачастую влияет и то, что мы едим. Правильное питание обязательно включает в рацион овощи и молочные продукты. Натуральный набор из молочной продукции в качестве подарка представляет партнер медиахолдинга «Тверской проспект» ЗАО «Калининская». Молоко, кефир, ряженка, сметана, творог – все отменного качества. Чтобы оставаться в такой прекрасной форме и всегда быть здоровой, нужно правильно питаться. И от наших партнеров вот такие вот очень вкусные подарки, которые, я уверен, вам очень понравятся. Спасибо.
Компания «Знаток» присоединяется к поздравлениям и дарит будущему медику консервный набор. Вся продукция только из свежих, экологически чистых овощей и фруктов, которые также будут полезны для фигуры и восполнят недостаток витаминов и энергии. Нам остается только догадываться, откуда вы берете столько сил, чтобы помогать людям справляться с их недугами, преодолевать препятствия в борьбе за здоровье. Очень приятно отметить, что эта профессия по-прежнему остается важной и необходимой, что молодежь выбирает этот непростой, но интересный путь.